31 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Праздник отмечают руководители транспортных предприятий, диспетчеры и шоферы. Накануне профессиональной даты наша съемочная группа узнала, как проходит рабочий день водителя автобуса. Здравствуйте. Смена водителя МОЗ «Трансавто» начинается с диспетчерской. Евгению Тютькину выдают путевой лист. Техническое состояние автобуса, расход топлива и количество часов работы водителя. Все указано в одном документе. Далее автоматизированный медицинский осмотр. Аппарат измеряет давление, пульс, температуру и наличие алкоголя в крови. Перед рейсом обязателен технический осмотр автобуса. Масочку одеваем. В МОЗ «Трансавто» Евгений пришел в 2014 году. За время работы не раз благодарили его за добросовестный труд. А недавно он получил грамоту и за помощь пассажиру. Мужчина вел себя агрессивно, шумел, а потом на остановке он выскочил и до этого мальчика начал приставать. Он на мальчика напал, схватил его за рюкзак, там, за куртку, начал его трясти, теребить его начал. Остановил автобус и машинально все на автомате сделал. Оттащил этого мужчину от мальчика. Пока я его там держал, говорю, мальчику, там подземный переход на этой остановке. Говорю, мальчику, иди в подземный переход, иди домой. В такой ситуации Евгений оказался впервые, но не растерялся. Ведь водитель несет ответственность за безопасность пассажиров. Этому правилу он научился у своего отца, который всю жизнь крутил баранку. Я маленький был, так смутно помню. Отец приводил гараж к себе, там, когда там ремонт был. Катал тоже на автобусе меня. Я учился, автодорожный техникум заканчивал. Все как-то и в армии был водителем, везде был столько водителем и все. Для тех, кто только устраивается на работу, в МОЗ «Трансавто» действует программа обучения. Она длится 3 месяца. В дальнейшем, после обучения, когда он сдает экзамены, когда он приходит к нам на работу, он проходит стажировку и выезжает на наши маршруты. Условия совсем простые. Возраст человека от 21 года – это желание его трудиться в нашем филиале. Сегодня коллектив МОЗ «Трансавто» – это 1035 человек. Из них 630 – водители. Айтадж Щирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.